Я просто, знаешь, мне тут не нужны от эти отрывы и всякие. Тебя нужно растягивать просто к себе. Так, где Игорь? Пусть запоминает, ему сотку идти. Тоже беда. Потом покажу. Скинешь потом, да, все? Ну тут все, приехал. То есть смотри, против этой техники, вот здесь, если ты тут рубишь, хоть чуть-чуть закручишь, то здесь ты рубишь вообще плашмя. И тут тебя подцепить. Вообще как. Ничего делать. Давай. Рука зашлась. Что распотела и сразу этот запек. Все, поймал. Знаешь почему? Потому что 90% твоей энергии сейчас уходит не в локоть. И потому ты меня сдвинуть не можешь вообще. Потому что толкаешь вперед. Не в бок и не в диагональ со смещением рубишь. А толкаешь вперед. Ну, ты понял, что нужно? То есть пальцы у тебя. Да, туда тащить, супинация. У тебя левая сильнее. Нет, я просто берегу. Скоро соревнования. А, у тебя ты в субботу чуть-чуть. В субботу едешь, да? Да, да. Она у меня чуть-чуть. Не до конца. Чуть-чуть. На левую хочешь ломить меня. Давай. Где твое самое сильное место? Давай, покажи мне. Ну понятно, что бицепс. Я ж туда и лезу. Это у меня непонятно. А теперь смотри. Фокус. Раз. One fall. Не получилось. Улетел. Че? Ну давай, давай. Посмотрим. Давай, давай, крючок. Да, да? Беда, этот долбанный трицепс, да? Как что с ним делать? Или вы еще можете направо есть чуть-чуть? Ты сюда не ходи, да? Ты туда ходи. О! О! А ну! У вас просто разбито на разные. Хорошо. Нет. Но нет. Тут подушки специально сделаны, тайные подушки. Так может зато стопы эти. Он домахнулся, наверное. Тебе пододвинуть еще. Встречаем тебя. Я смотрю фокус. Я помню, что... Ну, надеюсь, ты объегорить. Не, я просто пытаюсь потянуть, пытаюсь наставить. Ух, нет, бетон. Видишь, как съедается. Не, мой верх, да, мой верх сразу выходит. Твое кунг-фу хреново. Мое кунг-фу лучше твоего кунг-фу. Не, ну нормально. А ну, давай, покажи мне свою кунг-фу. Так я уже показал. Я ж тебе дал сюда, снизу. Ты почувствовал, да? Называется упражнение, называется сверло. Вот это? Нет, вот это. Миша, вы лазерки? Тоже лазерки, да? Крутился? Нет, да. А теперь играю, как там? С нажимом. С нажимом, беда. Зажимом беда. Попробуй. Если ты борешься верхом, так верхом ты добрался до конца. Если ты верхом идешь... У меня проблема, вот этот кистевой пронатор отстает от верхнего, поэтому если вот здесь меня вот поймают, то здесь сложнее. Верхний лучше, да? Надо проверим. Ну... Я понял. Давай, сенсей. Я преувеличил, у меня все говно. Верхний это квадрат. Ну, тут... Если не получается, давай 30. Смотри, специально для тебя. Ты соревнующийся спортсмен, я так понял, да? Смотри.
То есть для тебя вот уровень уже чуть другой. Тут вопрос не о наработках, а технике, да? Там я вскрыл. Вот вопрос о функциональной технике, то есть о различных и о однородности. То есть в моем понимании существует такая вещь, как полусфера, которая, ну, то есть если сравнить все техники, да, они там находятся в какой-то, да, они находятся, да, в какой-то полусфере. То есть они есть там прямые, да, без использования пронатора, а есть как ломы, допустим. Ты становишься, просто пошел, да, всякие там, ну, абсолютно разнообразные, куча разновидностей. Но у тебя неоднородность нет. То есть ты здесь верхом борешься, и все, и там у тебя обрыв просто, понимаешь? Да, отсюда в трицепс, понимаешь? То есть ты как бы, у тебя вроде и много техник, но на самом деле они не до, ну, не полноценны. Да, нет, отсутствует фаза, понимаешь? То есть ты сюда-то тянешь, ты наработал себе какую-то вот один путь, одну лазейку, понимаешь? Она у тебя там, надо, здесь идешь верхом, да, тут идем трицепс, понимаешь? А вот здесь и вот здесь, да, у тебя чего нет. Это очень плохо. Вот эти части тебе нужно нарабатывать. Понятно, что есть у тебя какие-то наработки с точки зрения того, как там обмануть уже тактически. То есть как там встать, как там впрыгнуть, понимаешь? Как перехитрить. Но вот эти части, если ты дополнишь, ты больше, ну, со спортсменами более высокого уровня сможешь, ну, да, бороться на раз. Применять уже, да. Естественно. То есть, да, опять-таки, качество. Качество, пока, да? Все время вверх. Твоя задача опять качество. То есть не просто разветвление, но, ну, не просто разность тех же различных техник, которые ты можешь применять. Но опять-таки качество. Чтобы ты работал не только в динамике, кстати. Тебя, как для соревнующегося спортсмена, это очень важно. Очень важно. Статики нет. Быстро умираешь. Вот вижу по тебе, что ты раз и отпустил сразу. Схватил и отпустил. Понятно, это не как вот был за столом человек 7 назад. Да? Человек, что он просто держит, и она у него уходит. Нет. Да, ты хватаешь, есть статическая какая-то нагрузка, отпускаешь быстро. То есть статическая выносливость таковой. Очень много. Это очень мало, да, да. Даже для верховика. Для верховика это, ну, в два раза важнее, чем для верховика. Но не полную фазу пробивать. Вот сюда. Давай. Ну там, где можешь. Давай, я дам. Плохо. Знаешь почему? Скорость неплохая. Но ты бьешь. Смотри. В середину, да, не унося. Да, ты просто бьешь туда, где я могу тебя по всей фазе движения тебя могу подхватить. По всей. Вот ты стартанул и рефлекторно, ты не выходишь даже из той зоны, где я тебя могу не подхватить. Вот если бы ты дал мне, допустим, вот сюда, да, вот, ну, смотри, держи. Вот, ты, я там бью, вот можешь меня подхватить вот здесь? Можешь, да? Чуть ниже опускай, можешь? Можешь. Чуть ниже, возле подушки, можешь? Можешь подхватить. А теперь смотри, вот здесь можешь меня подхватить? Можешь. А вот здесь? Уже тяжелее. А вот здесь? Уже все. До свидания. Вот сюда выпил, все, выиграл. Понимаешь? А старт, при технике старт, при работе старта, то есть очень легко сюда забрать. То есть вот оно, короткое движение. Ну это фаза, то есть есть старт, который прям в подушку, да, полную фазу. Вот для верховика больше вот сюда выбивать. Да, все, ты забрал сюда и все. Человек, что, у тебя будет пытаться подкрутиться, да? Если у тебя пронатор здесь держит, окей, пойдет вниз. Но вниз вообще, как бы, ну да, вот сюда. Борис, да, отсюда. Борис, поборись с моим младшим братом. Понял, да? Да. Давайте, кто следующий? И что ты дальше с ним будешь делать? Звезда приехала. Это все утомители. Это были утомители. А, это ты разминаешься. Или убился, или ты прикалываешься. Банки, я говорю, у меня как на ногах такие. Ну, что тебе сказать? Вот ты уже почти на половине к технике Майкла Тодда.
уже. Ну что тоже неплохо, как бы, да. Что уже наработанная техника, как бы, хотя бы одна есть. Я ему не сказал, что это хорошо. Таз открываешь. Раз. Два. Не мешает. Да. Подсказывает немножко. Немножко подсказывает. Понимаешь, ты как это самое, как какое-то юмористическое шоу начала 90-х, понимаешь, он подходит, одного ставит пьяного, пока второго ставит пьяного, тот упал. Это то же самое, один угол ты закрываешь, тебе второй открывается, второй закрываешь, третий открывается. То есть, ну, ты на одинаковой амплитуде работаешь. То есть, длина одинаковая, только углы меняются. Понимаешь? То этот, то откроется.